скажешь, я приду домой, приходи, я тебе дам группу депутатов, которые написали. Ну, странно. Вообще все это... Выступил этот, я его долбанул, этого Абдрахманова Сарика. Он прийти там сейчас, самого там, разбирают. И как раз в это время, в этом же духе выступает Дарига. Рабочие не должны соглашаться выйти на баррикады. Да ёб твою мать, что это такое? Что это такое вообще, слушай? На кого на баррикады? Я сижу во главе государства. Ну это никак не было против вас. А против кого было? Ну против кого было? Вот это все с Арсембаем, что на тебя, это все было против меня, а не против вас. Как ты не поймешь? Ну там вроде говорят, что якобы вторым меня хотели убить, там еще кто-то. Кто говорят? Вот поэтому ты и выступил в газете через Дарьего. Это был слух. Я не выступал. Слушай, это же сплетня, которая идет о народе. Из-за этого вот так вот шубутиться там, я не знаю. Мы же договорились. Создадим единую и мощную партию. Все будем на нее работать. Дарьего будет там. Договорились? Да. Мы договорились. Не потому, что мне нужно. Вот я хочу своим аппаратам, да, сказать, что вот 50% этих у меня, я тебе обещаю, да, всем, что хочешь, внуку моему, я тебе отдам, нахрен мне эти нужны. Эти акции останутся при нас. Но я эти акции дам совсем другому инвестору, который деньги будет вкладывать в это, да? Я тебе обещаю вернуть. Тогда я этим скажу, вот, мы командуем, давайте сами управлять это. Ни при чем Рахат, ни при чем Дарья. Может, хабар тогда продать, чтобы это действительно, чтобы успокоились? Что? Хотя, сколько думаешь, по-твоему, он стоит? Ну, несено достаточно туда. А? Несено туда тоже достаточно. Рахат, я не знаю, так проблема. Вы так что создаете мне проблему? Я поэтому... Вы не помогайте, нахер мне нужна ваша помощь. Вы мне не создавайте проблему. Больше ничего не прошу. Всех олигархов я отключил от политики. Всех поставил на счетчик, кроме тебя. Я могу сделать, ты знаешь. Все, что угодно. Ну давай по-свойски, по-родственному сделаем. На этом все держится. Все остальное, там, то, что там партия, средства массовой информации, полная херня. Ну будем продавать. Ты сам знаешь же. Но я не собираюсь уходить. И даже в 2012 году вот кому я отдам власть. Продавать. Ты сам знаешь же. Но я не собираюсь уходить. И даже в 2012 году вот кому я отдам власть. И даже в 2012 году вот кому я отдам власть.